Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net, Unit 3, секция 7, упражнение 134. Do you know yourself well? Answer the question, are you a couch potato or not? Вы хорошо себя знаете? Ответьте на вопрос, вы лежебока или нет? Чтобы ответить вопрос, пройдем следующий тест. Первое. You prefer to relax watching TV, and at weekends you watch everything, especially films and serials. Вы предпочитаете отдыхать, смотреть телевизор, а на выходных вы смотрите все подряд, особенно фильмы и сериалы. Выберите один из вариантов. A. Yes, definitely. B. Sometimes. C. No, I don't like that. Определенно да, иногда нет, я это не люблю делать. Второе. You watch TV programs after school, and you have no time to do your homework. Вы смотрите телевизор после школы, и у вас не остается времени на домашнюю работу. A. Yes, every day. B. Sometimes. C. No, that's not like me. Да, каждый день. B. Иногда. C. Нет, это не про меня. Выберите тот вариант, который подходит для вас. Третье. You have no time to speak to or see friends and relatives. TV is a good friend for you. У вас не хватает времени на то, чтобы поговорить или навестить ваших друзей и близких. Телевизор ваш лучший друг. A. Yes, that's right. B. Only during my holidays. C. No, I don't think so. Да, это так. B. Только на каникулах. C. Нет, я так не думаю. Четвертое. You have no time to help your parents around the house. You are too busy watching TV programs. У вас нет времени на помощь родителям по дому. Вы слишком заняты просмотром ТВ-программ. A. Yes, that's right. B. Sometimes. C. No, that's not like me. A. Да, это так. B. Иногда. C. Нет, это не про меня. Пятое. You would like to take part in every TV show and win prizes. You can't miss your favorite TV programs. Вам бы хотелось принять участие во всех телешоу и выиграть приз. Вы не можете пропустить вашу любимую телепрограмму. Ответы. A. Yes, of course. B. Sometimes. C. No, I'm not like that. Да, конечно. B. Иногда. C. Нет, я не такой. Шестое. You are too lazy to read books or go to the cinema. Вы слишком ленивы, чтобы читать книги или ходить в кино. A. Yes, of course. B. Sometimes. C. No, I'm not. A. Да, конечно. B. Иногда. C. Нет. Подсчитайте, пожалуйста, количество баллов. Давайте посмотрим, как происходит подсчет результатов. Now mark your score. A. 3, B, 2, C, 1. If your score is 16-18, you are a couch potato. You should switch off your TV set and do something to exercise your body and brains. Переведем эту часть. Теперь почитайте ваш результат. Если вы отвечаете A, это 3 балла, B, 2 балла, C, 1 балл. Если ваш результат промежутки от 16 до 18, то вы лежебока домосед. Вам стоит выключить телевизор и сделать что-нибудь, чтобы размять тело и мозги. If your score is 20-15, you will soon be a couch potato. Find a new hobby. Если ваш результат от 12 до 15, то вы скоро станете лежебокой. Найдите себе новое увлечение. И последнее. If your score is 6-11, you are not a couch potato. Congratulations! Если ваш результат от 6 до 11, вы не лежебока. Поздравляем вас! Отлично! Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.